Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в мир юрского периода. Так, заберем награды. Ну и дальше все как обычно. Сделаем сделку. Баксы за ДНК у меня нет, столько долларов. Так, вулкан я, наверное, не буду брать. Скалозавра поменять на монеты, наверное, я воздержусь. Увеличивает запас ОЗ на 20%. Поменять на 74 тысячи еды. Нет, спасибо большое. Рамфоринха у нас и так много, если честно, поэтому... Хотя, подожди, у нас их много. Значит, можем поменять на ДНК. Вот это мы сделаем. Так, здесь у нас хавчик на ДНК. Нет, я, пожалуй, воздержусь. Ну и заходим сюда. Давай-ка менять гигантозавра, например, на баксы. Да, всех поменяем. 30 долларов всего лишь дают. Да, очень мало. Так, дальше мы выбираем капразух. Капразух мне еще нужен. Пахицефалозавр, по-моему, он мне тоже еще нужен. Пастозух. Пирораптор у нас, кстати, 3 штуки. Можно будет вывести их. Раджазавр. О, топижар сколько, ничего себе. Давай на доллары. Давай всех. 100 бакинских. Отлично, друзья. Ну что, вроде бы здесь все сделали. Сделка у нас сделалась. Так, использовать ускорение. Принять участие в сражениях. Еда. Еда. Сейчас мы с тобой попробуем еду. Во-первых, у нас, друзья, уже созрели тираннозавры. Поэтому мы их забираем. Как раз 2 штуки, и нам хватит потом прокачать их полностью. Ваши инкубаторы заняты. Но я вообще-то ничего не собирался здесь пока делать с инкубаторами. Чего вы мне сразу же начинаете? Так-с, давай. Еще один тираннозавр. Помещаем его сюда и прокачиваем. Пока все, но зато освободилось. У нас 2 места. И мы сейчас будем кого-нибудь здесь выводить. Так, смотри, у нас есть Дипротодон. Вот, наверное, его поставим. 1 день, 23 часа он будет выводиться. И помимо него... Я думаю, что тираннозавра мы не будем пока брать. А вот... Кайвике, пожалуй-ка, я буду выводить. Потому что их, ребята, 2 штуки... 4 дня, ничего себе, их 2 штуки, мы их сможем потом прокачать до 20 уровня. Да, конечно, очень долго все это выводится. Так, что у нас здесь? Забираем эту награду. Ну что, и пора, наверное, глянуть нам, что у нас за события сегодня. Чудовище глубин. И все? Чудовище глубин и денежная борьба. А здесь у нас что? А вот здесь-то поинтереснее будет награда. Так. Битва. Давай смотреть. Блин, опять у нас с морскими, да, связано. Ладно, лептоклеит. А против него мы возьмем... Слушай, кстати, аммонит. А почему аммонит не прокачан, ребят? Почему аммонита мы опять забыли прокачать? Давай, 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 родной. Все, 20 уровень, отлично. Так, мы сейчас здесь заберем награду. И здесь награду. Так, ну что, теперь я, наверное, пошел драться. 5 поединков, ё-моё, 5. Недурно. Ладно, в любом случае, берем аммонита. Здесь мы возьмем геликоприона. Да, в принципе, он и здесь подойдет, да? Ну да. Ну, на всякий случай я могу перестраховаться, например, взять Ризода. Поехали. Этот поединочек я должен выиграть, ребята. Так, аммонит против лептоклеида. Сразу начну с атаки. Ну, они живучие. 431 хпшка у этого, да? Ну, естественно, тут он нам вообще ничего не делает. Добиваем, получается.
Так, Генрея выходит. У нее уже 255 к атаке, 310 хп. Так, ну что, получается, что ее мы тоже уничтожаем. Раз, два. Берем бонус. Замечательно. И остается Геозавр. Так, Геозавр нас добивает, а дальше выходит Геликоприон. Атакуем и уничтожаем. Ну что, друзья, как я и говорил, первый поединок будет за нами. Но это первый из пяти. Поэтому давай смотреть, что будет дальше нам предложено. Естественно, скажем, уровни, скорее всего, будет повышаться планочка. Я вижу, тут уже гибрид Лептостега, ладно. Леоплевродон, Лептостега и Псифодерма. Они все одного класса. То есть нам нужны будут пещерники. В принципе, аммонит. Сколько ты стоишь? Я его забираю. Пригодится. Дальше нам, наверное, бананогномиус понадобится. А вот Псифодерма, да, у него 1200 хп. Зуходуса мне как-то жалко на это тратить. Я, наверное, знаешь, что сделаю? Я, наверное, возьму вот так и вот так. Ну, ты понял, да? Кого-то пустим на мясо. Это Леоплевродон. У него здесь 16 уровня, а у нас всего лишь 10. Надо будет, кстати, их тоже скрещивать уже и прокачивать. Дальше собираем. Сейчас, конечно, нас тут завалят. Завалил, да? Ну что, теперь наша очередь. Раз, два. Так, подожди, раз, два. А, ну он все потратил. Раз, два, получается. Раз, два, раз, два. Так, вырубаем Лептостега. По-моему, ей без шансов, если честно, этой Лептостеги. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Проверим. Вырубаем. Ну и вот она, Псифодерма. 1200 хп, но атака. Ты видишь, какая атака ничтожная? 81 всего лишь к урону. Поэтому он нам здесь абсолютно ничего не сделает. Ну, я имею в виду, ничего не сделает, это значит не уничтожит нас. А вот мы ему сейчас пропишем-то по полной программе. Почти на 8000 урона нанесли. Ладно, будем считать, что второй поединок тоже был на изи. Переходим к следующему поединку. Смотрим. Оу-воу-воу. Такс, аммонит 26 уровня, Литсихтис 27 и Геласмозавр. Ну что же, вот этот, по-моему, самый вредный противник для меня в данный момент. И я, наверное, здесь буду брать Плезиозавра. Пускай он у нас будет 20 уровня, должен, по идее, справиться, ребят. Против аммонита, ну, в принципе, здесь они все одной стихии. Все одной стихии, поэтому мы можем с тобой даже, наверное, сделать следующим образом. Перестраховочного взять Артакантуса. И взять, например, Тилозавра. Я надеюсь, что вот такой вот, ребята, схемой мы должны победить. Ну, постараться, по крайней мере. Как ты видишь, у нас 338 к атаке. Сразу начну пробивать. Так, и у него остается 621 хпшка. Меняться, я думаю, что ему нет смысла. Ему нет смысла меняться, поэтому... Вот что он сейчас взял? Ага, все-таки защиту, это хорошо, ребят. Сейчас, конечно, если он врежет по полной, ему не очень будет приятно. Нет, он врезал всего лишь две. Одну очку здесь я оставил себе. Так что, ребят, наш шанс сейчас его пробить. Сделаем вот так вот, наверное, и вот так. Я так и думал, что он возьмет защиту. Одну единичку. Ну что же, аммонит, у него 109 к атаке. Соответственно, он сейчас нам ничего не сделает. Но он как бы и не собирался, я смотрю, да? А значит, в моих интересах, наверное, его пробить. Это в моих интересах. Попробуем. Да, я его пробиваю. Так, ну что же, остаются
Лицихтис. Но 6 очков действий. То есть сейчас, конечно, нам влетит. Можно, конечно, сразу перейти на Тилозавра, но я, наверное, все-таки сделаю вот так. Очень странно. Очень, ребята, странно, что он даже ничего не стал делать. Я не знаю, с чем это связано, но, как по мне, это было очень глупо. Просто тупо простоять. Ну, что я могу сказать? Это игра, и тут никак не предсказать, кто и что сделает. Я могу отвечать только за свои поступки. Ну что, друзья мои, как мы видим, Лея Сихтадон, Лицихтис и Геолосмозавр. Опять же, это все пещерники. Ну что же, давай тогда, наверное, отработаем нашу схему, которая у нас только что была. То есть я возьму Плезиозавра, поставим его первым. Правда, блин, гибрид здесь. Также я возьму, наверное, Тилозавра. И вот я думаю, Артакона брать или не брать. Артакончик, в принципе, он бы не помешал бы нам здесь. Артакончик бы нам очень хорошо бы пригодился, потому что здесь еще, видишь, Геолосмозавр есть. Можно, конечно, попробовать Зухудусом отыграть. Наверное, все-таки я возьму, ребят. Тогда мы сделаем немножко по-другому. Я вот так поставлю. И возьмем вот так. Ну давай, иди, ты что, ты не ставишься? Поехали, друзья. Будем сейчас смотреть, что у нас из этого получится. По атаке Артакон, естественно, ребята, у меня будет посерьезнее. Поэтому я сразу же начну с атаки, чтобы половину хп у него отнять. Смотрим дальше. Меняться смысла ему, я думаю, нету. Вот что он сейчас взял сейчас? Две защиты? Наверное, две защиты взял. Поэтому я вот так возьму. Ха-ха-ха. Пошла старая схема, да, значит? Он уже потерял преимущество, дав мне дополнительные 2 очка действий. Ну что, здесь мы делаем так. Раз, два. В принципе, он уже готов. И вот так вот. Так. Лицихтис появился, не запылился. У него 1000 хп. То есть, ребят, мы можем сейчас его вырубить. Раз, два, три, четыре. Вот этого должно хватить, в принципе. Я сомневаюсь, что он возьмет 4 защиты. Даже 3, наверное, 2 возьмет. Так и вот так, посмотрим. Да, я так и думал, ребят, он возьмет всего лишь 2 защиты. Ну и вот у нас Геолосмозавр. Как ты видишь, у него почти 1400 хп и 432 атаки. Я не удивлен, друзья мои, я не удивлен нисколечко, но зато Тилозавр, ты посмотри, с его атакой. Плюс классовое преимущество, естественно, сейчас мы его уничтожим. Все. И остается нам перейти на последний поединок и посмотреть, кого нам там противопоставят. Смотрим. Ох, ё-моё, ты посмотри. Одни гибриды, друзья, одни гибриды. Фух, придется тебе взять. Артакончик, ты уж извини, но ты мне сейчас нужен здесь. Так, Лептостега против... Ага. Если я возьму, например, Генодуса, это будет плохо. Значит, возьмем Хайнозавра. Блин, Зухудуса что брать? Нет, ребят, не хочу Зухудуса. Возьмем... Да, возьмем вот так вот. Тилозавра. Ну что же, пойдем посмотрим, что у нас из этого получится. Естественно, ребята, Гинни Кэприон, он слабее будет, по-моему, чем, да? Хотя по атаке сильнее. Ладно. Ну что, я, наверное, сразу начну с атаки. Пробивной сделал. На Лептостегу ему нет, ребята, резона меняться, потому что у него классовая слабость перед нами.
Так, он что, в ответку он мне сколько сделал? Один удар, да? Ну-ка, проверим. Я так и думал, что он возьмет защиту. Окей. Так, Липтостика, как ты видишь, у него 277 к атаке. То есть у него слабая перед нами. О, он поменялся. Он поменялся. Я могу его прямо сейчас уничтожить, по-моему. Ах ты, жук, но все равно пробили. Ну что, Липтостега, ты уж извини. Не повезло вам сегодня. В этом соревновании я абсолютный чемпион, получается. Потому что я их всех разношу. Да, вот теперь бы еще награду получить хорошую, зачетную. Сейчас посмотрим, кто нам здесь выпадет. Да ё-моё, ну скафагнатом они меня кормят, ты понимаешь? Этот скафагнат у меня уже в печенках сидит. Так, друзья, давайте тогда дальше смотреть, что у нас там в событиях. Чудовище глубин. А мне, наверное, уже играть-то неким, да? Угу. Ладно. Поиграем тем, что есть. Возьмем, наверное, Архилона. А здесь я возьму Зуходуса. Так, кто мне еще? Ну и Карнозавра. Тут три поединка. И, как ты видишь, у меня... Ну, просто-напросто неким играть. Ничего себе, Плотозавр. Ударим. Посмотрим, что он сейчас тут будет придумывать. Меняет. Он берет Карнозавра. Вот так вот он поступил, да, значит? Ну что же, я в долгу не останусь. Давай, Зуходус. Опять меняется, да? Берет уже Хайнозавра. И опять атакует. И опять атакует. Ну, проверим. До свидания. Угу, Плотозавр. Если он сейчас все сольет, он меня вырубит, да? Плохо. Раз, два, три. Плюс бонус. Замечательно. А теперь посмотрим. 523 к атаке. Ну что, Зуходуса, выходим. Пора с ним разобраться уже, с этим Карнозавром. Нечего на него смотреть. Замечательно. Так, друзья, ну... Еще два поединка у меня... Динозавров-то там, по-моему, и не осталось. Давай смотреть. Так, Карнозавр. Умунозавр и Кайвикея. Твою дивизию. Ну и что ты мне прикажешь здесь делать? Ай, брать Генодуса и им отыгрывать, что ли? Не хочу и Генодусом отыгрывать. Мне надо взять, скорее всего, Артакантуса здесь. 64, это все доллары я спущу. Ладно, ребята, мы, наверное... Слушай, а если я сейчас не буду играть, где я тогда? А где я тогда заработаю баксы? Вопрос. Секунду, ребята, у нас же еще задание есть. Так, 40 долларов здесь можно получить. Это что нам нужно в канозойку сыграть, да? И ПВПшка, 3 боя. Плюс моды, ну моды ладно. Моды мы сейчас быстренько соберем с тобой. Так, моды. За деньги. Еду, ребята, мы тратить не будем. С едой у нас были очень большие проблемы. Это сейчас нет проблем, потому что мы сейчас накапливаем, да, с тобой, хавчик. Но поверь, когда у нас будет очень много динозавров, их нужно будет скрещивать, а потом еще при этом кормить, чтобы повысить уровень. Эти 6 или 7 или 8 или 10 даже миллионов, они покажутся тебе ничтожеством просто. Они улетят, очень быстро потратятся.
Так, увеличит показатель атаки всех союзных существ на 100. Ну, допустим. Так, здесь забираем награду. Дальше что у нас тут? Так, в трех разных животных в поединке. И ПВП остается. Кто там у нас буянит? Ну-ка, покажи. Я не вижу. Ну, давай попробуем сыграть. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, да зух. Блин, надо его тоже как-то прокачивать. Так, тут все замечательно, поймали. Так, давай здесь ловить. Раз, два, три. Ну, я так понимаю, последняя попытка. Раз, два, три. Все, идеальная поимка. Ну, тут, конечно, и награды слабенькие. Вообще все слабенькое. Так, 200 аж, ничего себе. Так, ну что, ребят, потихоньку начинаем накапливать на нашего Валькирию 77. Слушай, а куда я должен вот этого вот, например, применять? Друзья мои, напишите мне в комментах, где я смогу им воспользоваться. И что значит особый ход? Наберите 60 уровень, чтобы сражаться с другими боссами, с мощными, особенными, особыми ходами даже. 60 уровень, да, я его буду тут до посинения собирать, этот уровень. Так, ладно, нам нужно в ПВПшку сыграть, в канозойскую эру. Поехали. Уртинотериум, Паноктус и Мамонт. 5 долларов тратим, 40 приобретать. То есть в плюсе мы на 35 долларов, получается. Но этого хватит нам взять с тобой одного водоплавающего динозавра. Так, Унтетерий, Эндрюсарх и кто там еще? А, понял. Ну, я думаю, что здесь пока мы возьмем с тобой дополнительные очки действий. А он что будет делать? А он ничего не будет делать. Обманул, гаденыш. Обманул меня таки, а? Две атаки делает. Две атаки сделал. И два очка он себе ставил, получается, да? Раз, два, три. Попробуем так. Отлично. Вырубили. Эндрюсарх выходит. Пять очков действий. Ну давай, 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 чем делай. Все тратят, все свои очки потратил. Хорошо. Так, Паноктус. Раз, два, три. Раз-раз, вот так вот сделаем. Так, Глиптодон. Блин, очень много здоровья. И такая довольно неплохая атака. Будет он бомбить, интересно, или нет? Не стал. Значит так, друзья, берем мамонта. Это будет наша груша для битья. Смотрим, сколько он будет скидывать. 7 очков действий он взял. Как он сейчас распределит, мы посмотрим. Угу. Все, ему крышка. 3 очка действий он потратил. 4 у него осталось в запасе. А у меня 8 к атаке идет. Так что... нам 4 атаки, если прописать ему, ХПшечка у него улетит. На. С опупенной вертушки, ребята, мы просто наказали Глиптодона и победили. Так, получается, мы с тобой кайнозойскую битву сыграли.
Вот если бы еще бы нам здесь выпали бы бакинские, это было бы вообще, ребят, прикольно. Но нет, выпадают монеты. Так, забираем здесь награду. Угу. 102 доллара у нас есть. Ну что ж, тогда я пошел попробую допройти это событие. Так, это у нас только лишь какая вторая битва будет? Только лишь вторая, ребята. Значит так, Кранозавр, Умунозавр и Каюке. Возьму, наверное, здесь Генодуса. Мне кажется, он один тут справится со всеми. А с Генодусом пойдет у меня, значит, следующий. Возьмем Генерию. Возьмем Литсихтиса. И уже после всего этого возьмем Генодуса. Никто не даст тебе офигенной гарантии, что я здесь все пройду на изи. Конечно же нет. Начнем. Сразу же врубает. Я могу сейчас спокойно завалить Кранозавра. Спокойно. Блин, ну все потрачу. Ладно. Так, выходит Умунозавр. Ну что, Генодус, давай. Две атаки ему по щам. Раз, два. И вот так. Ну а вот и Кевики. 193 атаки, то есть классовая слабость перед нами. Ну ты сам понимаешь, Генодус, извини меня, при 1041 атаке тотальное уничтожение. Вот, а теперь давай посмотрим, что нас поджидает на последнем поединке. Давай. Гиликус, Плезиозавр и Гауфиозавр. Я тебе скажу сразу, тут без Генодуса, по-моему, нам не обойтись. Вообще никак не обойтись. Ну что ж, я возвращаю Генодуса к нам. Берем дальше Ромалиозавра. И тут... А, вот еще. Леоплевродон есть. Подожди, а почему Генодус-то не понял? Кого я взял? Кого я взял? Я же хотел Ген... Ой, дурень. Хотя зачем нам Генодус, ребята? Он же... Наверное, я правильно все сделал. Давай, наверное, так. Потом вот так. И... Блин, Леоплевродон. Ну, вот так вот, ребят, я не знаю, попробуем, конечно. Такая, сейчас будет довольно серьезная битва, на самом-то деле. Возьмем бонусы и будем смотреть, как у нас тут все это будет разворачиваться. Раз, два, защитка. Вот он как сделал, да? Ну что я могу сказать ему? До свидания, наверное, да? Сколько у тебя? Мало. Раз, два. Ты сколько бомбишь? Блин, как ни крути, не получается. Раз, два, хорошо. Поехали. Так, Плезиозавр. Да ладно. Ты серьезно? Поехали. Угу. Все сливает. Ну, нам теперь проще будет его забомбить.
Раз, два. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну-ка, теперь посмотрим на гауфиозавра. У него 333 к атаке. Пробить он нас не пробьет, друзья мои, никак. А вот сейчас мы ему в ответку, конечно, хорошо пропишем. Ну что же, мы это событие прошли, ребята. И это очень круто. Потратил, конечно, опять же, кучу баксов. Но, как мы уже поняли, баксы — это, ребята, такая штука. Они то есть, то их нету. И метеоринг выпадает. Что-то я даже не могу здесь крутануть. Ладно. Так, денежная борьба. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Кто тут у нас? Индоминус Рекс. Сразу же причем ставят его. Ну, давай я возьму Нундагозавра. Против Крутозавра у меня пойдет. Я думаю, что Топиелозавр, в принципе, справится. И против Гиганоцефала мы возьмем... Раджу, что ли, взять? Зачем нам Раджа? Мы возьмем, наверное... Блин, ты никак... 35... Нет, придется Раджу брать, ребят. Поехали. Так, ну что, Индоминус, значит, да? Я, наверное, сразу с атаки начну. Просто мне хочется посмотреть, что он будет делать. Меняться? Меняется. Гиганоцефала берет. Мы тоже поменяемся. И вот так вот сделаем. Ну, конечно же, Крутозавр. Конечно же, ребята, Крутозавр. Офигеть, он меня ставил. Топиелозавр, будь добр. Разберись, пожалуйста, тут с одной помехой. Раз. Два. Блин, а мне надо все слить, чтобы его подбить, а? Ты посмотри. Ну, этот-то сейчас нас порвет. Гиганоцефал. Да. Ну что, Раджа, добиваем его, наверное, да? Раз, два, три. Точно нам хватит? Блин, я не помню, он два потратил. Ладно, проверим. Готов, парнишка. Ну что, у нас остается Индоминус Рекс. Я думаю, что шансов у него, конечно же, против моего Нундагозавра ноль. Именно на победу. Так что погнали. На тебе. Все. Идеальная победа. Но поединки продолжаются, друзья. Еще два боя у нас впереди. Так что смотрим. Раджастега плюс Пинораптор. Упс. О-ля-ля. И что, блин, прикажете делать? Ну это же жесть. Так, а я могу троих взять, наверное, да? Это просто жесть, ты посмотри. Твою же налево. Придется, наверное, Таниколагрюса выводить как грушу для битья. Или подожди, что? Да подожди ты. Ну да, скорее всего, нам надо будет делать так, вот так, и брать птеродактиля. Блин, как я этого Раджастегу сейчас буду бомбить? Ума, честно говоря, не приложу. 21 уровня, вот так он выглядит. Он сейчас просто с двух плюшек меня вырубит, понимаешь? Хм. Очень интересно. А этот 29 уровня еще круче, ребят.
Мне нужны, понимаешь, эти дополнительные очки действий. Так, он взял ему защиту. Сколько будет бомбить? Все сливает, да? Ребята, он все слил. Так что наш шанс. Раз, два, 2800 у него, да? 2800. Взять при... Сколько у этот бомбит? Оу-оу-оу-оу, 717. Нет, ну подожди, 717, я думаю, что это... Пока он так бомбит. Так, раз, два, три, раз, два, вот так попробуем. Ага, 359, ребята, здесь он всего лишь берет. Мы с тобой взяли три защиты. То есть, можно атаковать. Ничего тут ему уже не поможет. Прикольно. Так, и переходим с тобой на последний поединок. Смотрим, что у нас выдадут там. Анхилодок. Ничего себе, какой он. Ё-моё, ребята, ну тут вообще трэш. Тираноза Анкилодок. И Тропиогоптер. Да. А тут я уже ничего не сделаю. К сожалению. Если я возьму Эдиморфодона, Анкилодока, как я буду бомбить его, скажи мне. 928 к атаке. Ну куда? Да Николагрюс даже здесь не поможет. Здесь бы в идеале, вообще в идеале было бы как взять Нондагазавра, Раджастегу и нашего вот этого Анкилодока. Тогда да, тогда бы мы, может быть, ребята, еще здесь бы справились. Но в данном сегменте то, что я вот наблюдаю, блин, Анкилодок должен пойти, конечно же, против Тропиогоптера. А как вот этого-то брать? Я вот сейчас лишний раз убеждаюсь, ребята, что надо Таниколагруса прокачивать уже, скорее всего, на 20 уровень. Потому что, ну, не тянем мы. Давай попробуем сделать какие-то тщетные попытки здесь победить. Но я что-то сомневаюсь очень сильно. Он делает две атаки. Трындец. Раз, два, три. То есть это мне все надо было слить, чтобы его подбить. 1392. О, друзья. Конечно, ему хватит одной атаки. Тут... смотри, у него... Если я возьму, например, вот так и вот так, это поможет вообще мне как-нибудь? По-моему, нет. Да он еще не... О, все, ты прикинь, как он подрасчитал все, ребят. Прикинь, как он все подрасчитал, а? 2000, да? Раз, два, раз. Вот это он подрасчитал. 920, ты прикинь, какая разница между 34 уровнем и 20. Считай, ребята, в два раза. В два раза он мощнее. Ну, я пытался. Я пытался, ребят. Но, видите, не получилось у меня одолеть последний, так сказать, раунд. И не потому, что мы слабые, а потому что элементарно нам некого было брать. Я показывал тебе, какая схема была бы здесь рабочая. Но так как у меня все динозавры были отыграны, я попытался сделать этот поединок. Ну, хотя бы вообще его сделать. Понимаешь, из того, что у меня было.
Так, ну давай ежедневки закончим с тобой уж на сегодня-то. Так, 3 ПВПшки. Еще, точнее, 2 нужно ПВПшки сделать. Погнали. Так, ну, про морской я молчу, там уже нечего делать. Раз, два, три. У нас и баксов-то нету. А зачем я взял 2 одинаковых? Да, сейчас мой гастурниц, по-моему, получит по первое число. Меняю. Конечно же, меняю, ребят. Тут еще сумчатый лев. Ну давай, еще ничего не стал делать. Хорошо. Сейчас будет атаковать, скорее всего. Да ладно, я не верю, ребят. Что-то он там замутил. Раз, два, три, четыре. Так, вырубаем. Индрикатерий, да, выходит? 5 очков действий, блин. И все сливает. Так, я сейчас посмотрю кое-что у нас против. Блин, мы не пройдем сумчатого льва. Раз, два. Мы не пройдем сумчатого льва. Он, скорее всего, запинает нас. Хотя не факт. Но, что будешь делать? Не, ребят, не факт, что он завалит. А вот мы его, скорее всего, сейчас пробьем. Келлинген у нас есть. Атака, конечно, слабенькая. Но я думаю, 7... очков 10, да. Ребят, здесь победили. Сумчатый лев повержен. Ну что ж, погнали тогда дальше. Последний поединок нам нужно сделать для того, чтобы получить ежедневные награды. Приз умельца. Саркастодон. Так, 7500 монет. Окей. Так, ну что, погнали тогда далее. Нам нужно еще один ПВП-бой сделать. Я уже не знаю, кого тут играть. Водные, это бесполезно. Ну давай еще здесь разочек. Блин, бабок нет. Так, ну что, Индрикатерий против Индрикатерия. Он ходит первым, да? Но он жмется, жмется. Все-таки решил бомбить. Окей. Так, нам одну атаку достаточно, да, сделать? И вот так. На-ка. Амфицион. Ну, тут вообще, ребята, слабая. Классовая слабость, поэтому ничего он не сделает. Моська тявкает на слона. Ну давай, давай, давай. Опа, поменялся. Взял Унтатери. Ты вот сейчас серьезно это все? Ну на, получи. Так, Амфицион, я прошу тебя опять, иди сюда. Все. Капитулируй лучше, лучше капитулируй, я тебе говорю. Нет, все-таки решил, решил кусануть, но еще ничего не получилось. Окей. Все, друзья, пробили. Ну что,
забираем наши ежедневные награды и на этом будем завершать сегодняшнюю серию. Жалко, конечно, что одно событие я не допрошел. Не хватило у меня там динозавров. Так, 15 монет. Ну что, друзья, забираем награды тогда наши. Да куда ты, твое налево? Давай. 40 долларов и музей голограмм. Все. Плюс 260 очков доверия. Так, музей голограмм, в принципе, наверное, можно будет установить, да? Вот здесь вот. Пускай он будет... Ага, тут у нас еще и статуя есть. Статуя пускай здесь тогда стоит. А музей... Музей пускай вот тут. Ну и все, друзья мои, на этом я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.